Всем доброе утро! Всем доброе утро! Даяна только проснулась, сразу пришла ко мне. Я тут лежала, монтировала то, что она снимала уже, тренировку. Она приходит ко мне, говорит: мама, тебе холодно? Давай я тебя накрою. Заботливая? Угу. Угу. Все, спасибо большое. Там кусочек халатика падает. Вот так вот буду держать. Даяна, покажешь нам то, что вчера тебе тетя принесла? Конечно. Покажешь? Ну давай, высыпай все. Смотрите, это нам вчера наша подписчица передала столько много поняшек всяких. Вот еще. Обалдеть. Даяна вчера вечером сидела сколько? Часа, наверное, полтора. Играла и играла. Еще одна такая. Еще где? Ну, ищи. Вот, с крылышками. Нет, которая такая. Такая, которая... Ну, ищи, смотри. Вот она лежит. Да, точно. Видите, какие клевые. Они подростки, смотри. Милана, когда была маленькая, у нее тоже было очень-очень много поняшек. Замок был. Но я как-то все поотдавала, попродавала, и все, и ничего не осталось. Мама, дай, вот, пожалуйста, мне рыбалку. Рыбалка вот стоит сзади. Спасибо. Покажи, что ты вчера придумала. Она тут решила из этой штуки сделать... Карусель. Карусель, да. Убрала всех рыбок, поставила поняшек, включала, и они так катались. Это был аттракцион. Ну, включай. Аттракцион. Сейчас я всех поставлю. Вот. Как ее зовут? Не знаю. Рарити. Да. Покажи свои любимые самые. Какие у тебя самые любимые? Такие самые любимые. Такие? Да. Вчера я спрашивала, я говорю: Даяна, какие твои самые любимые? Это. Все брала. Все любимые у нее. Все. Ну, ты будешь включать карусель? Нет. Нет еще? Потому-то силы не принесли. Еще не все пришли? Угу. А где остальные все? Вот, да, мою расчесочку. Там она дает Милане, Милана помогает нам расчесывать их все. Потом вот приведем их в порядок. Их вот у нас мама. Красивые красотки. Вот это ты уже вчера сделала? Видите, Милана сделала косичку, уже симпатичная. Их мама. Все, все сели по местам и поехали кататься. Так что игра не только для рыбалки, но и в виде карусели тоже можно использовать. Так тоже можно кататься. Так тоже, да. И тогда вообще все поместятся. Выдумщица. Я тут сидела, думала по поводу встречи подписчиков. И знаете, что я придумала? Все, кто хочет, планирует быть... Напишите мне, пожалуйста, на почту, в описании будет, в самом-самом конце, и здесь в комментариях под видео напишите, пожалуйста, где мне создать чат-группу в WhatsApp или в Телеграме, где кому удобней. И уже в чате мы все дружненько решим, какой день, время, место. Потому что я так подумала, надо выбирать из трех вариантов: Даяне на день рождения, например, там на природе или в детской комнате. И за какое место, и дату, и время решит большее количество людей, я думаю, то мы и выберем. Так что пишите, заходите, предлагайте варианты. Я думаю, так будет гораздо удобнее и легче собрать большинство людей, потому что других вариантов у меня нет. Но посмотрим. Если, конечно, соберется очень много людей, тогда, наверное, будем разбивать на две группы. Но мне кажется, много не соберется, потому что не сильно-то много и подписчиков, и не сильно много кто живет в Риге. Но посмотрим. В основном все за Ригой где-то живут или в других странах. Так что будем смотреть, что получится. Там уже определимся. Так что жду ваших комментариев и сообщений на почту. А я пошла умываться, понемногу собираться. Еще пару часов, и мы с Миланой идем знакомиться с местом работы. Потом я уже туда попозже вам расскажу, а я пока что и как. Все
Делай, делай. Посмотрите на это чудо. Даяна заставила своих поняшек смотреть мультик. Да. А я тут одежду раскладываю, стиранную. С крылышками, да. Пришел, Даяна, покажись. Зачем тебе шапка? Чтобы пойти на улицу. На улице в шапке не надо идти, это точно, потому что там тепло. Сидит с одним носком, напялила на себя маленькие штаны. Сидит, играет довольная. Нет, это большие штаны. Большие. А я тут, смотрите, чем занимаюсь. Фоткаю одежду. Юбочки, которые не успели одеть, вообще даже новая с бирочкой. Такая красивая, вообще классная. Я так надеялась, что мы ее в садик поносим, но нет. Такая юбочка тоже, наверное, раза два одели на 1 сентября в садик, да и все. Рубашечки тоже для садика. Все погладила. Слегка так погладила, так как, ну, продавать собираюсь. Тут сложила вещи на отдачу. Там что-то с пятнышками, короче, по огороду бегать. Короче, выросли мы со всего. Кошмар. Зимний комбез тоже. Куртки, так, это Даяна принесла, говорит, мама, это маленькие носочки, отдай их другой девочке. Ну, вообще-то это как-то не маленькие. Интересно, ну, на вид маленькие. Может быть, я их неправильно постирала? Не маленькие, точно! Я их сейчас растяну. Так что, пофоткаю немножко. Тут тоже вот такой комплектик штанишки. Пару раз буквально одели, вообще, вышли буквально на... Они не маленькие! Знаю. Да чуть-чуть прошлись, да и все. Вот этот свитер мой самый любимый. Хочу еще найти такой же, но не могу выловить. Покупала в Пепке вроде бы, да. Вообще очень классный, такой мягенький, тепленький. Так что сейчас перефоткаю все и буду продавать, отдавать. Хоть освобожу место дома. Даяна, ты давай, вылазь. Так, я тут цветок вытащила, хочу еще горшок помыть. Взяли картошечку, соус дают картошке. Так, Даяна, на, вытаскивай. Милана, вытащи ей. Сейчас покушают. У нас как раз полдник. Раскрути. Горячее. Ну, теплая, да. Вот так вот оставь, да. Ого. Такая большая картошка за €20 всего. На, Даяна, держи двумя руками. Вот нужна третья рука. Дай попробовать. Я только одну съем. Вкусно. Забрали. Приехали мы уже на место. Я думаю, я зайду, пообщаюсь, поузнаю, как и что. А у меня ребенка забрали сразу. Они говорят, можно на полчасика ее. Я говорю, ладно, окей, Милана согласилась. Сейчас будем ждать ее. Так что придем домой, я вам обязательно все расскажу. И знаете, какое-то у меня такое странное волнение есть, хотя чего волноваться вообще? Хорошее место. Да я не захотелось тут остаться. Ладно, пойдем погуляем немножко. Мы тут по пути забрели в один магазинчик. Смотри, что ты там нашла? Телефон, опять что-то... разная мелочь. Игрушки, вазочки, всякое разное, всякое. Хочу что-то посмотреть. Ой, какие милые корзиночки. Смотрите, €50. Классно. Кто-то из подписчиков мне говорил, чтобы мы зашли сюда. Вот зашли. Да, ей не понравилась собачка такая на колесиках. Но жалко, она маловато уже. Короче, очень много всего. Смотрите, сколько. Обалдеть. Всякие интересные штучки, смотрите. Прикольные. Короче, тут можно найти все. И что-то старое, и что-то поновей. Мне нравятся всякие необычные посудины. €6. Ой. Хочу
хочу какую-то красивую вазу себе. Но тут ничего такого нету. Тарелочки всякие тоже необычные. Короче, разная мелочь. Такие чемоданы старинные. Игрушки, 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 игрушки. Много игрушек. Вот это такое ничего. Ой, тяжелая какая. 10 евро. Вот это легенькая. Кстати, тоже красивая, да? 7. Что это такое у нас? Наборчик. Прикольный. Тоже симпатичная тарелочка. В итоге мы ничего там не нашли. Купили вот такой брелочек Милане. Дельфинчик. И все. Да и она там уже живет гадости. Все, едем домой. Пошли. Сейчас иду в магазин. Девчонки поехали обратно в этот магазинчик, там, где было товары. Даяна забыла там поняшку. Начались слезы. Короче, Милана решила ее отвезти. А я пока зайду в магазин косметики, Милане нужна новая тушь. Приехал фургон с мороженым. Я совсем и забыла. Ну ладно, не сегодня. У нас нет места в холодильнике, в морозилке. Так. Все, вернулась я домой. Так, что я в итоге купила? Купила такой шампунь. Буду пробовать опять, так как не могу все найти свое. Так, мыло. Такой вот кондиционер взяла попробовать. Такой кондиционер. У меня скоро будет целый, не знаю, склад этих кондиционеров. Так, Милане тушь купила новую. Такой дезик. Так ароматно, вкусно пахнет, сладеньким. Так, такие витаминки С. Я помню, в детстве их любила. Это лимонная и клубничная. Так, и купила еще вот такой желе-крем для сухой кожи. Буду пробовать. Все. А шла-то я только за тушью. Лучше туда не заходила. Так, и по поводу работы. Не могу вам ничего сказать, потому что нам, во-первых, не ответили. Во-вторых, изменились условия. Мы шли на одних условиях, когда пришли на место. Появились еще дополнительные обязанности. Но, короче, должны позвонить завтра, так как есть еще девочки, которые придут на проверку. И тогда я уже вам завтра все расскажу. Но на данный момент, наверное, немножко под сомнением, пойдем ли мы с такими условиями, которые они требуют. Но когда если мне позвонят, я буду настаивать на те условия, которые были в переписке, потому что на другие условия даже, наверное, я не согласна. Хотя вроде как оплата хорошая. Ну, посмотрим. Давайте так. Я завтра все узнаю, все вам расскажу. Куда мы ходили, какие обязанности и чего и как. А сегодня уже сама пока ничего не знаю. Посмотрим, будем еще с Миланой разговаривать, обсуждать. Возможно, придем к какому-то мнению. Но в любом случае надо ждать звонка. Так что вот такие вот дела. Девчонок еще нет, они идут. Решили на троллейбусе не ехать, иду пешком. А я сейчас хочу пойти переодеться, сходить в душ, взять семечки, включить мультики, постелить одеяло, подушки на свою кровать. И вместе с девчонками сегодня будем сидеть, смотреть мультики, грызть семечки. У меня сегодня на ужин будут семечки вместо обычной еды. Так что вот так. И, кстати, я с сегодняшнего дня, как вы заметили, начала тренироваться.
Это значит то, что теперь на протяжении 30 дней у меня будет каждый день тренировки. Каждое утро я буду ставить будильник на 5:50, 6:10, примерно вот в этот промежуток, и буду тренироваться. Мои тренировки проходят примерно по 15 минут плюс-минус, потому что в ускоренном режиме я так, знаете, все делаю, прям быстро-быстро-быстро все. Но лучше каждый день понемножку, чем по 2-3 раза в неделю, но по часу, по два. Мне как-то так больше нравится. Я не могу, я настолько ленивая, что я не могу тренироваться час. Для меня нужен какой-то тогда пинок или спортзал. Это единственное место, где я могу час тренироваться, и время пролетает вот так. Дома как-то я вот хочу попробовать на улицу ходить бегать. Но вот не знаю, у меня в принципе нет такой одежды, может быть, хотя может в майке будет нормально, но посмотрим. Загадывать не буду, сейчас главное тренировки каждый день, иначе я летом реально не покатаюсь на качелях. Так что вот такие вот дела. Все, тренируемся вместе со мной, худеем, кто не худеет, просто правильно питаемся. Короче, ладно, все, я пошла переодеваться. И кушать семечки. Голодная до ужаса. Так что всем до завтра. Всем пока-пока.